требовать от иных поколений, чтобы они воспринимали язык, который полностью изменился стилистически и понятийно, чтобы они воспринимали идеологию душного богоискательства или весьма переусложненные проблемы межполовых взаимоотношений русского дворянства, им совершенно неинтересно. И мы видим уже в массе своей, там, по меньшей мере, третье поколение, которое никак не воспринимает и не будет воспринимать, по крайней мере, русскую литературу.